Рыба-кит папа рисует. Привет, а что ты, Вань, не взял очки, что ли? Я забыл, да. А как ты будешь играть? Я лох. Я могу сыграть и так. Ты ничего видеть не будешь. Я вот так вот играю. Мы рисуем сегодня мафиози. Мафиози. Страшного мафиозного. Да ладно, что он... Веселого парня. Очень веселого. Ну, как, кто как может, тот так и нарисует, как бы. И это из игры, которую Ваня играл. Я не играл в эту игру. И вообще нравится. Вот у него носоподобная голова. Носоподобная? Ну, ты посмотри, просто нос такой. Я не знаю, почему, но мне кажется, это реально носоподобная голова. Такой парень. Рисуем, веселимся, радуемся, что начало наступило лето, что скоро поедем на море, еще что-нибудь, да? Да. Радуемся, никому. Радуемся, я радуюсь, что наступило лето, поедем на море, отдыхать будем, веселиться. Да. Что еще можно сделать интересного? Лето. Ну, кстати, мы в Гуамском ущелье вообще собираемся в этом. Всем классно. Я такой, вы там офигели без меня решать? Как, без тебя прям поедут? Не, я в том смысле, что они без меня решили, что мы поедем в Гуамское ущелье все. Ну, а ты там начальник в классе, да? Да, я начальник. Я самый там главный, хоть и новенький. Хорошо. Так, что нам пишут? Нарисуйте саке или Наруто. Саке? А, я знаю такой вид этого. Это типа, короче, сок из риса. Очень вкусный. Саке? Да, саке. Ну, можно сказать, отчасти это сок из риса. Это... Я знаю, что фоллаутно помню. Похоже, да. Кстати, а там и рисовка такая. Да, такая фоллаутовская. Похоже чуть-чуть ощущение. Ну, она немножко другая, но все равно. Знаешь, надо тебе надо будет попробовать сыграть с тобой вместе. Как-нибудь. Ну, как-нибудь найдем. А вдруг, кстати, будут пиратские версии бесплатные на PS? Не будет. Не будет? Это мы общаемся по тому поводу, что у Вани есть компьютер, а у меня PlayStation. И мы не можем... PlayStation круче. PlayStation круче, но мы не можем играть в пиратские игры, а он... Я могу. А он может. А я не могу, и я играю в обычные игры. Которые я могу позволить. Которые я могу себе позволить. Но у меня немного их. Вот этой не было, но может быть она даже мне нравится. Появится, да? Может появится. Не, кстати, это стоит попробовать, но там, как бы, каждому свое, так сказать. Сначала я хочу Fallout поиграть. Лучше бы Дона Вито. Корлеона нарисовали из фильма «Крестный отец». Слушайте, ребята, да. Кстати, годная вещь сказал. Ну. Но извини. Сегодня у нас такая не бандитская вечеринка, а просто лето. Я бы не сказал, что бандитская вечеринка, как бы мафиозники это не совсем бандиты, это воры в законе. А вор в законе это отличается совсем. Ну чем оно отличается? Бандит, он и в Африке бандит. Как говорят, отличается. В Африке бандит просто. В Африке бандиты тоже бывают. Вот такого чувачка мы нарисовали. Ну в Африке там вообще мясо в упаковке. Так называемые негры. Которые на машинах разъезжают и терроризируют народ. А мафиозники это благородные рыцари. Я в Африке не был. Я тоже. Так что не знаю, что там есть в Африке. Там, я так, знаешь, там говорят очень много бананов, я вот слышал. Мадагаскар. А там еще, знаешь, у них своя мода есть. Губу это. Такую большую делать, как у нас сейчас уши делают, такие пир большие. Ну это очень красиво, говорят, да? Люди делают такое же. Это страшно. Зачем? Это жутко. Это немного жутко, если честно. Мне нравится. Но им нравится, другим людям это. Ну что, Игорь, может ты через год сам себе сделаешь? В армии начну там. Да, да, потом тебе повезет в армии. Такой. Че это ты кикаешь? Не кикай! Это как это, в операции. Расскажи про игру. Она битэмап, ты надо еще стрелять там. Надо бегать и. Бегать и стрелять. Лупить и стрелять, правильно. Она 2D такая плоская игрушка. Типа, знаешь, вот раньше была какая-то игра про Дюка Монтарис или как там его. Ну, короче, который мочил свиней мутантов. Я не видел. Вот тоже все... Дюка Монтариса не знаешь? Это легендарная игра. Нет, я не знаю. Ну или как там его Дюк зовут, в общем, Дюк, вот. Дюкин. Я знаю. А Дюка я Монтариса не знал. Вот, фу, Дюк, вот. Я неправильно сказал. Дюк, который мочил зомби-свиней. Так. Знаешь его, да? Вот этого знаю. Там есть 2D какая-то игра, которая вот... Ну тут совсем старая. Она не, мне кажется, она не связана с этим Дюком совсем. Ну она просто, ну как бы мочить, ну, и что? Мочить. Вот здесь то же самое получается.
мочить, да, бегать 2D и мочить. Из-за этого девочки, мне кажется, мало играют в игры. Бакса Банни нарисуйте, пожалуйста. Мы не рисуем. Бакса Банни, я обожаю. Я люблю Бакса Банни, но его трудно рисовать, ребят. Юмор. Его юмор. Особенно за... Что, его трудно рисовать? Реально Бакса Банни трудно нарисовать. Ты решил этот. А я рисую. Знаешь, мне вот это мафиозник. Он такой, блин, и наши русские иногда бывают коверку вот такой прям мафиозник. Там как-то странно называют вот это. Не мафиозник, мафиози, мафиозник. Так как-то А сейчас всякие летсплееры, они тоже так разговаривают, что еще. Ну, язык отреж. Язык, да, коверку. Но это же все специально как-то играть. Чтоб привлечь, это типа фишка. Ну, да, это нет. Фишка так разговаривать, как Как мормок. Вот. Как вот, пить из пупка Гейба. Интересно, как думаешь, какой пупок у Гейба? Большой, наверное, как огромная лужа там, наверное, может там, знаете, озеро посреди Африки, я думаю. Ты серьезно? Это ты в курсе дела, а наши... Я нет, знают, я не в курсе. Кто такие Гейб, Гейб, они не знают. Я только знаю, что Гейб это Вальва. Знаешь, причем пальто такое модное, серое. В моде при любой погоде, то есть в сером. Причем, знаешь, мне не очень классно. А он там не переодевается потом? Ни во что? Вроде нет. Ну, как бы это типа, знаешь, это ассоциация мафии. Ну да, ну просто он там разные костюмы мафии мог бы одевать. Не, ну типа в синем костюме же ходит сам по себе, а у него получается, точнее, синие брюки, белая рубашка. Ну, короче, стандартный набор этого детектива. Я бы назвал. Я-то думал, почему детектив очень похож на мафиозников, даже пистолет при себе носит. Ну тогда все в одном ходили. В то время все носили. Да, вот как в Red Dead Redemption. Да. Все шляпы носят. Да, вот шляпы это вообще, это, блин, это вот такая прикольная тема просто. Шляпу носить. Я вот, короче, хотел из этого принести USA, а я потом подумал, меня что-то забил просто. Помнишь Антон? Ну он да. Он носил шляпу какое-то время. Ковбойскую? Нет, он купил ее где-то в Финляндии и носил. Не, там вот я, которую шляпу хотел купить, там она была с именно с вот этим, типа с флагом Америки. То есть вот там прямо она прям видно было, что это из Америки. А почему ты хотел Америку это купить? Чего? Ну почему именно флаг Америки тебе? А потому что это единственная ковбойская шляпа, которая мне подошла. Ты там говоришь, в Америке ты был и хотел шляпу купить. Да. Ну, наверное, качественная зато. Да, но только меня бы избили. Я чувствую, что у нас такие патриоты. Сейчас, мне кажется, не очень обращают внимание. Что там да, пишут? Да. Да, блин, пишут. Что да, блин? Лунтика, пожалуйста. Давайте не будем Лунтика. Не, лучше. Лунтика оставь. Ну, аниме мы не будем точно сегодня рисовать. Я уже устал от него. Ну, я наелся этого. Я уже наелся этих аниме. Соплей. Да? Я наелся их. Ну, больше не смотришь или ты смотришь, но уже не... Знаешь, не вот так заядло. Но я сейчас уже перестал вообще смотреть. А что ты? Какие ты видосы сейчас смотришь? Ну как бы и вообще. Я сейчас вообще видосов не смотрю, я сейчас занят прохождением Borderlands 2. Я сейчас очень сильно... Сейчас пройдет Borderlands 2, начнется Borderlands 1. Пройдет Borderlands... А я, мне кажется, после второго ты не захочешь первый проходить. Хотя он, мне кажется... А потому что они одинаковые, да? Конечно, зачем его? Что тебе надо? Ну все. Ну хорошо получилось. Мне кажется, они одинаковые, что Borderlands, ну как бы ты более круче. Хороший графон. Да, потому что там все лучше. И получается, что Android уже Пикачу. Там тоже есть Android. Android, стоп, Android это типа роботы-люди. Мне кажется, там все то же самое, только. Кстати, Android же вот этом был, Fallout там. Вот этот робот, да, же? Или как там? Были. Я не помню, как, что это такое Android вообще, как это понять? Android? Да. Это такой компьютерный этот, на телефоне Android. Давай сейчас Android нарисуем. Нет, да, не, я не в том смысле, что есть какое-то понятие Android. В Fallout тоже, по-моему, был какой-то. Ну это как бы робот, в человеческом теле? Да, похож на человека. Это типа в призрак в доспехах, что ли, вот это вот то, что? Нет, ну просто, что Android это человекоподобный этот робот. Антропоподобный, короче, подобный.